И в завершении выпуска хорошая новость. Посылка дошла до адресата. Подарок нашего телеканала для 9-летней Софии Мергель из Австрии доставлен. Она прислала в нашу редакцию свое фото с куклой в национальном костюме горянки. История о шарике с рождественским письмом малышки, который приземлился в селе Карачаево-Черкесии, разлетелась по всей стране. Напомню, девочка запустила его во время традиционной рождественской акции в музее Оддендорф и адресовала Санта-Клаусу. В письме она просила в подарок платье, магические силы и самое главное, любви и взаимопонимания для своей семьи. Просьба Софии тронула многих пользователей соцсетей, которые изъявили желание обрадовать маленькую девочку. Потому они собрали деньги и отправили их малышке и ее семье в Зальцбург.